В коляске катался.
Тихо, Сергей. Я тебя люблю, уходи. Я собаку люблю, понял? Я-то понял. А ты не поймешь никогда. Я около 30 лет понял. Убью его. Хватит. Я тебя убью. Репрессирован был, реабилитировали меня, стали опасно сняли. Без супа я не знам, да? Вот тебе, да вот. Вот у вас. Ну, пойдем по палату. Не боял ничего, вот мне голодного оставил. Рома, пусть я уехал отсюда вам. Рома, тебе что не нравится? Мне супа не дал. Вот этот, прости его, сказал, без обеда остался. Мне сказал, Ленин на параде войск Всеобуча. Это май 1919 года.
Давайте, а, давайте. Да. А где этот пакет? Здесь под небом чужим, я как гость нежеланный, слышу крик журавля, улетающий вдаль, еще дальше они, и все громче рыдания, перестаньте рыдать, здесь поют журавли. Какие девчонки? Thank you.
Ну, мы будем хуй его. Я разберу, ты умрешь у нас голый-то. Вот, я пойду вон Гена, прикуришь, и мне даст Гена. У него. Нет. Борис Иванович. О. Тихонько. Толкай, толкай. Ой, ой. Тихонько, хоть он тебя сам, сам лучше. Ой, ой. Подожди. Руславка, по коленку, вставай ногой. Нет. Костя, этого-то. Вот. Подожди, Ленька, только сильно не тянь, ему хуже больно будет. Ну, Вовка, забирайся и ты. Теперь, подожди, Коля, подожди. Держись. Ну, Валька, ноги-то что-нибудь, что уж ты совсем? Не, Иди ты в жопу. Вот, дядя.